Чудакова Юлия, Ляля, легенда Пермского фронта, наверное, катается так же давно, как и я. Несколько дней совершенно незнакомые доселе люди вместе проходили все испытания Пармы. Меня и записали тоже по телефону в эту команду. Вот, и встретились мы уже только в день старта, выезда с этой командой встретились. Команда Елабуга. Переехали первый раз вот двумя машинами в этом году. В следующем, надеюсь, нас будет больше. Мы в первый раз в такой экспедиции. Вот, сразу. Полностью окунулись во всю эту атмосферу. Прекрасно, отлично, просто все люди очень позитивные, все замечательно, команда очень дружная. Первый раз увидела, что такая вот именно взаимопомощь. Меня очень поразило, удивило и очень порадовало. Я чай пью, и ты садись чай пить. Я пельмени ем, и ты садись чай пить. Парма сближает настолько, что появляются новые семьи. Давно вы познакомились? Ровно год назад на затерянной Парме. На этом же мероприятии, год назад, на этом же самом месте. А много ли семейных пар приехало на Парму? Ну, я не вдавался в такую подробную статистику, но судя по тому, что люди приезжали с детьми, даже вообще с грудными детьми, судя по всему, мероприятие вполне можно назвать семейным. Это хозяйка, да? Это хозяйка. Я тоже Никита. Как ты относишься к увлечению своего мужа? К увлечению отношусь с пониманием, но были нюансы, когда муж мне проводил все свое свободное время в гараже, занимался своей любимой второй женой, УАЗиком, не знала, как его оттуда вырвать, очень-очень сильно ревновала, но теперь вижу, что это того стоит, теперь я думаю, что вопросов у нас не возникнет, что эта машина после таких стрясок пережила все, довезла нас до места. Жена понимает, что все проведенное время мной в гараже, все полученные травмы, увечья, все это прошло не зря, вся подготовка. Теперь она будет еще с большим пониманием относиться к моему увлечению, и вопросов у него будет гораздо меньше. Затерянная Парма – это не только возможность проверить отношения на прочность, это еще и проверка своей техники. 2 года отъездили на обычном УАЗике. Чувствуем, что что-то не хватает, и решили кардинально заняться кузовом. Убрали передние рессоры, обрезали переднюю часть кузова, поставили пружины, амортизаторы. То есть сейчас будет для этого УАЗика проверка? Да. Дорогами, да? Да. И как раз этот выезд и был целью, чтобы проверить его, чтобы выявить недочеты какие-то. И уже перед соревнованиями устранить их. Нужно испытать его машину. Машина сырая еще немного. Посмотрим, на что способен, и уже пойдем от этого отталкиваться. И для чего это все нужно? Ну вот так вот рубить так, машины свои. Это, грубо говоря, есть такое мнение, что это отдых. Я себе постоянно это говорю, нафиг мне это нужно. Все мне говорят, нафиг это нужно. Организм требует, говорит, надо. Ведь это же детство какое-то, вот так вот скучно. В нашем детстве ведь не было таких игрушек, поэтому отмечаю. Но это надо немножко быть больным, поэтому и гробим, убиваем потихонечку. Чиним, восстанавливаем и дальше вперед. Кому-то нужны наркотики, кому-то что-то другое, а нам нужно вот это. Кто жалеет своих машин, как у меня муж сказал, купи, поставь в гараже и смотри на него. Да, машина-то приходящая, уходящая. Есть ведь эмоции, история. Да, машина – друг человека, но она нужна для того, чтобы человек ездил. И она должна служить человеку, а не человек машине. Мы сейчас живем так, что мы служим машине. Нашу девочку надо красиво обуть, красиво покрасить, помыть, шампунем желательно, да? То есть человек идет, работает и живет ради машины. А машина должна работать на нас. И мы получаем даже на удовольствие от ее помощи. Вот да, машина, пусть рвется, чтобы мы получили удовольствие. Наверное, даже немножко жестоко, но как-то так. Да и себя, в первую очередь, еще и себя проверить. И проверить
и научиться преодолевать. Ребята, у вас фотоаппараты есть? Вон советчиком, проверяй. Дайте человеку покататься. Все. Молодец! Разбито лесовозами. Ну, во-первых, у меня очень-очень опытный штурман, который мне подсказывал просто вот досконально, просто вот как ехать, вот каждый метр проезжать. Но я раньше не забиралась ни в какое бездорожье, потому что я была не готова, машина была не готова. Сейчас вот я за зиму подготовила машину, колеса хорошие поставила, лебедку, лифт сделали. И сейчас я чувствую, что вот она уже может что-то показать. А саму себя преодолевать нужно? Да, это очень сложно, особенно, мне кажется. Особенно, когда смотрят вокруг много, да, человек. Вот если бы я одна была в лесу, да, я спокойненько бы проходила раз за разом, там, колеса пробовала так поставить. А тут все смотрят, и это очень смущает и сбивает. Я попробовал пройти по некоторым маршрутам в одиночку, без команды. Дорогу на Городище не подскажете? Подскажу. Вернуться назад до асфальта, где асфальт поворачивает направо, повернуть направо, и вдоль реки пройдете как раз Малое Городище. А вот по этой дороге мы сможем проехать до Городища? Там, возможно, снег не растаял. То есть, нужно будет через снег проезжать? Ну, побуксовать, в грязи придется. Это не проблема, мы грязь так ищем. И тут я прочувствовал мудрость, что один в поле не воин. Затерянная Парма открывается только слаженным командам. Шаг за шагом мы шли вперед, оставляя следы, встречая восходы. Мы не знали куда, мы знали одно, что каждый из нас куда-то дойдет. Есть цель и есть судьба, есть правда и ложь, кто что возьмет. В карманах мелочь прошлого дня, и снова восход.